Всех приветствую на канале 18 соток. Сегодня я хочу рассказать, как я собираю семена из плодов перца. Собранный сорт отдельно я нанизываю на ниточку. Нанизывать стараюсь через хвостик. Вот так. И таким образом собираю все перцы, такую своеобразную гирлянду. Стараемся не повредить саму оболочку перца. В конечном итоге дальше это выглядит вот так. Собранный перец. В конце название сорта этого перца. И в таком вот виде, такую вот гирлянду, вешаю на просушку. Вот так сушатся перцы у меня. Все сорта подписаны. Вот такие вот гирлянды висят. И сушатся. Перец сушится у меня так в подвешенном состоянии около 2 недель. Я не досушиваю до совсем сухого состояния. Ну, примерно так, чтобы хорошо привяленный был. Если собирать семена с очень сухого перца, то крошится вот эта оболочка самого перца и как-то не очень эстетично это выглядит. А когда перец привявший, с него очень легко отделяются семена и не крошится мякоть самого перца. Для этого процесса у меня есть вот такие вот перчатки. Медицинские перчатки не очень хорошо подходят для этих целей, так как все равно капсицин проходит через эти перчатки. Если я собираю сразу несколько сортов подряд, то мне понадобится две пары перчаток. Вот такие хлопчатобумажные и вот такие вот перчатки для бытовых целей. Но сейчас я буду собирать один сорт, поэтому одену только эти перчатки. Ну и дальше процесс идет таким образом. Берется какая-то емкость, у меня в данном случае тарелка. Отламываю один перчик. И вот такими движениями собираю семена. Они хорошо отделяются от самого перца, но в то же время не пересушены. И так один за одним собираю семена со всех перцев. Вот, мякоть не крошится, отделяются только семена. Все. Когда я соберу семена со всех этих плодов, я пересыпаю семена в другую емкость, поменьше, чтобы не занимало так много места в моей квартире. Такие тарелки пересыпаю в другую емкость, какая у вас есть. У меня в данном случае из-под каких-то пищевых продуктов баночка. Вот. Затем я маркером перманентным переписываю название сорта, который у меня написан здесь. И оставляю так для просушки еще на 4 дня. Затем соберу эти семена в хорошо герметично закрываемую емкость. И так они у меня хранятся. Семена перца могут храниться, не теряя свою схожесть, до 3 лет.